И добрый день, уважаемые 84 человека, которые пришли на попугайки в третий раз. Попугайки. Не знаю, как это назвать. На Resident Evil, короче, часть 7. В исполнении Зига в красной шапочке. Почему в красной шапочке? Потому что у меня есть... Ой, потому что у меня нет вебки. Привет. Какой я синий. О боже, какой ужас. Наверное, все дело в освещении. У нас с вами еще не стемнело, поэтому сегодня свет у меня от моей лампочки Рича сопоставляется со светом из окна, и я получаюсь такой... Я сам зомби. Ужас какой кошмарный. Здравствуйте все, ребятки и девчатки. Здравствуйте, мои уважаемые сабскрайберы. Кайл Мендор. Черт. А! Не могу я это запомнить. Азат, Джокер, Прайда Альфа, Монохром. Азат, кажется, называл. Возможно, и нет. Акахай Незуми, Йож, здравствуй. И, кажется, Разум 63. Кажется, по сабскрайберам у нас с вами сегодня все. Большое вам, ребятки, всем спасибо за поддержку, крайне рад вас всех наблюдать. Кроме того, здравствуйте, девочки, Трал Констрактор Прайд Альфа, приветики. И я здесь видел Мазяню в чатике, которого я тоже что-то достаточно давно не видел на своих стримах, но разве что вчера. Но до этого не видел давно. Привет, Мазянь. Тоже рад вас всех, ребятки, наблюдать. Ну что, надо запускать игрушку, наверное, да? А то я сижу с вами, болтаю на черном фоне. Как-то даже неприлично, некультурно. Или как? Привет-привет. Привет всем, кого не видел. Кстати, ребятки, я себе обновил драйвер для видеокарты. У меня обновился Experience, который NVIDIA Experience. И он мне сказал то, что у тебя игрушки есть, дай-ка тебе их оптимизирую. И, короче, он не оптимизировал Resident Evil. И что-то до такой степени, что у меня даже теперь комп не взрывается, когда я ее запускаю. Я не стал вдаваться в подробности, что он мне там где накорячил в настройках. Потому что я посмотрел, вроде уровень графики остался такой же. Но тормозит игра явно меньше. Главное, что комп греется сильно меньше. И... По этому же поводу, собственно, я вчера вечерком достаточно долго пытался замочить этих уродцев. У меня нифига не получилось. Я понял, что у нас с вами все-таки не остается другого выхода, как идти в сторону дробовика. И, наверное, после этого их дробовиком. Дыдыщ. Ты всегда молчишь. А, Мазяня, ну ладно, окей. Привет-привет, Никит, бро. Рустам. Здравствуйте. Как мои дела? Отлично, лучше всех. Зиг, человек, кэп. Да, это я, Эксанот. Это я, вот такая вот фигня. Ребятки, да, собственно, вы можете меня добавлять в Steam в друзья. Я, как правило, всем отвечаю положительно. Единственное, что если я замечу за тем, что вы играете в Доту, я вас из друзей убираю. Это такие небольшие правила Steam. И, соответственно, добавляю я вас до тех пор, пока у меня есть свободные слоты. Сейчас свободные слоты есть. Так что можете добавляться. Если вам это зачем-то нужно. Так, окей, у нас с вами есть 5 свободных слотов в инвентаре. Туда должна влезть наша шотганка, наша дробовичинка, наша пушечка. Пушечка Legend D, здравствуй. Лодку Зигу, Феофорот, привет. Так, здесь надо долбиться ключом. Вот видите, ничего не тормозит, что удивительно. Побежали наверх, срочно наверх. Тут где-то ходит бешеный Джек. Бешеный Джек. Что даже по приколу поиграть в доту нельзя. Часик. Часик можно. Уйди, уйди, Джек. Ну вот гад такой. Пшел вон, пшел прочь. Зачем ты меня вообще здесь поймал, ё-моё. Давай, давай, долбись там, долбись потихоньку. Если я вижу, что у вас наиграно в доте больше, чем определенное количество времени. Я, правда, сам уже не помню, какое. Ну, короче, я посмотрю. Давай, 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 открывай, открывай, Итан. Заходим к бабуле. Ну, ребятки, вот да, сейчас все будут меня добавлять во френды. Закрывай дверь, Итан, закрывай дверь. Присядем на дорожку. Присядем, я сказал. Спрячемся где-нибудь. Меня же здесь не видно, я надеюсь. Очень хочется взять дробовик, но учитывая то, что Джека все равно нельзя убить. Это будет не очень культурно. Нет, ты не можешь. Я не пахну, я была в ванне, я принимал душик, от меня пахнет ничем, потому что я чистый, в отличие от тебя. От тебя несет всякой дрянью. Ладно, пока он там ходит, давайте посмотрим, что у нас здесь есть у бабули. О, эпоксидочка. А что у бабули в шкафике? У бабули в шкафике патроны для пистолета. Какая продвинутая бабуля. И патроны для дробовика. Ей, а здесь что? А здесь ничегошеньки. За КС нет, не удаляю. Counter-Strike, ради бога, играйте.
Ты весь свет включил? Хрома сильно фонит. Холдбер, ну вот я же говорю, что пока еще просто светло на улице, поэтому да, хрома будет фонить. У меня весь свет — это одна лампочка. Зигдота ненавистник, я такой. Как твой ник в Стиме? Зачем вам мой ник в Стиме? Мой ник в Стиме ZTH, но для того, чтобы получить на него ссылку, просто восклицательный знак Steam в чате. Всем привет, народ, что я пропустил. Привет, доктор Аксрай. Чин-чин, ты пока ничего не пропустил. Дорогая миссис Бейкер, как вы себя чувствуете? Вы уже давно не приходили к нам на обследование. Спешу сообщить, что мы изучили ваши рентгеновские снимки. Темные места в области головы — это какие-то грибковые образования. Похоже, какой-то вид плесени. То есть у бабушки мозги заплесневели. Галлюцинации и посторонние звуки, которые вы слышали, могут быть связаны, вызваны этими образованиями. Если симптомы вызваны грибковым паразитом, следует его удалить, пока не поздно. Не хочу вас пугать, но меня серьезно беспокоит ваше здоровье. Не медлите, приходите в больницу сразу, как прочтете это письмо. Настоятельно рекомендую вам пройти дальнейшее обследование. Кроуфорд Лэнг, больница Далви. Окей. Сюда-то, я надеюсь, Джек не полезет все-таки? К бабуле-то. Черт. Полезет. Зараза такая, ты что, меня видишь? Или он меня не видит? Он меня видит. Черт. Нет. Нуп. Черт. Мать твою. Да чтоб тебя раздрало. Как он меня... Уи, второй месяц пошел. Полет нормальный. Мэтт Клаун, чин-чин, большое спасибо за леса. Окей, второй раз мы не будем читать это письмо. Мы его прочли. Потому что было оттуда успеть сбежать. Повторить попытку. Он на Game City. Я полторы минуты назад ответил по поводу хромы. Зачем писать это еще раз? Хрома будет рябить сегодня, ребятки. Пока не стемнеет на улице. Я с этим ничего решительно поделать не могу. Могу выключить вебку. О, ага. Радиостанция на фоне доступна, соответственно, когда она играет. Сейчас у меня ничего не играет на фоне. Сейчас у меня Resident Evil на фоне. Но, тем не менее, радиостанция от этого хуже не становится. Поэтому, если кому-то нужен тот хардрок, который мне играл во время стримов BTBI, то, пожалуйста, ссылочка у вас есть. Для этой игры нужно не пиво пить, а новопосит. Да ладно тебе, Дайксизер. Отстань. Отстань. Уйди. Пошел прочь, противный. Отвали. Я тебя не боюсь. Ты большой, упоротый. Без половины головы мужик. Ё-моё. А чё это он пошёл-то сюда? Да! Конечно, Джек! Говно вопрос! Ходи там, ходи. А я пока вот сюда приду. Пока ты там ходишь. Надеюсь, он назад не пойдёт. Закрываем дверь. Так, здесь это дурацкое письмо. Здесь ни хрена нет. Здесь патроны. Он сказал ГГ. Здесь что-то еще. Так, как же я устал гонять этих говнюков. Ага, ну это мы с вами уже все нашли. Зачем мне челюсть бабули? А на ней ничего не было, кстати, нарисовано там, не? Вроде нет. Одного зуба не хватает, ну фиг бы с ним. И мне придется запись смотреть, надо уходить. Счастливо, Лакер. Сломанный дробовик. Ну, черт, я так надеялся, что мы сможем при помощи этого дробовика все-таки всех размочить. Ну, нет, не сможем, ладно. А, ну, ребят. Я знаю, ё-моё. Я знаю, где взять нормальный дробовик. Где взять не сломанный. Это же внизу. Могу ли я здесь спрыгнуть? Могу, ей. Где у нас там с вами была главная гостиная комнатка? В ней же был дробовик, который лежал на статуе, который нужно было положить что-нибудь взамен. По-моему, Джек спрыгнул, кстати, судя по звуку. Ё-моё, твою ж налево, Джек, засранец. Нельзя ж так пугать. Зачем ты вылез из стены? Тебе же теперь придется ремонт делать. Ты об этом не думал, да, Джек? А, ты недальновидный Джек. Ты ни о чем не думаешь. У тебя вместо мозгов твоя шипастая палка. Вот туда нам нужно, кажется. И где-то вот здесь же была эта штуковина. Вот она, нет, не она, вон она. А мы с вами, кстати, не можем, по-моему, бежать быстрее. Ей. Так. Сломанный дробовик. Кто из вас? Это обычный дробовик, а это сломанный дробовик. Вот его-то нам с вами вот сюда положить и нужно.
Ну так же, да? Да. Так, а теперь давайте. Где у меня дверь? Где дверь со скорпионом? Дверь со скорпионом. Комната наблюдения. Как я сюда вообще попал? Прачечная, гараж. Где-то вот здесь же это было, нет? Вроде как. А, я могу, собственно, пройти туда таким же путем. И Джек меня здесь не достанет. Ха-ха-ха-ха. Нехай ребит не мешает же. Ну вот мне тоже кажется, что не мешает. А некоторым кажется, что мешает. Народ, давайте добавляться к Зигу после стрима, а то нотификатор отвлекаете. Это да. Надюшка испугалась. Не пугайся, Надюшка. Вот смотри лучше, какой олень. Пугайся оленя. Олень намного опаснее, чем Джек. Ну, а здесь, кажется, что-то было, я тут... Нет, я же холодильничек открывал, я просто, видимо, вот ту траву не нашел. Окей. Так, что мы можем объединить? Мы можем снова сделать себе такую штуку. Давайте сделаем. Четыре аптечки у нас с вами есть. Обольемся прям все. Зик у него в подвале гастры. Они быстро починят. Это вот эти вот, что ли? Которые меня тут жрут? Черти полосатые. Ну, окей. Так, а как же я отсюда, простите, выходил? Мне казалось... Нет, я не туда... Оу! Ящичек. И патрончики, отлично. Откуда же я отсюда... Ходил? Так, здесь, кстати, по-моему, где-то была сейвилка. Не засейвится ли нам? Здесь вот вылезла первая субстанция. Чем опозорила весь род субстанций. Вот, где это была дверь. Я, правда, так и не помню, куда она ведет, ну и хрен бы с ней. Главное, что где-то здесь есть сейф. Вот, кажется, здесь есть сейф. Это будет очень неплохо. У нас с вами есть дробовушечка. Дробовишечка. Сохраниться надо куда-нибудь, допустим, вот сюда. Да. А, Зиги, почему ты не ломаешь ящички с желтой лентой? Я что, где-то еще пропустил ящичек? Серьезно? Давайте сходим. Zig the Blind. Это у меня в крови, так сказать. Тут нету. Тут нету. Тут нету. Ребятки, вы меня обманываете? Я больше не вижу никаких нахрен ящичков. Один был, я его съел. Нет? На балкончике? Ну что мне теперь, ради какого-то непонятного, сомнительного ящика идти на балкон, где ходит этот придурок? Я, пожалуй, переживу. А это, кстати, наверное, комната наблюдения, потому что, смотрите, здесь у нас с вами есть экранчики. Да, это комната наблюдения. Первая субстанция, как первый блин комом, точно. Кстати, там комната с камином была только что, и у тебя фотка ценная, кажись, камины похожи. Комната с камином только что была. Я понял, о какой фотке ты говоришь, монохром. Я даже понял, о чем это. Только вот комната с камином. Это вот это, что ли? А, ну вообще, кстати, да. Наверное, похоже. Всем привет, хорошего дня, приятного аппетита всем, кто есть. Чин-чин тем, кто пьет. Птица закрыл. Чин-чин. И... А я, кстати, фотку выложил, насколько я помню. Что бы здесь такого сделать-то? О! Ящичек. Стероиды. Что делают стероиды? Значительно повышают мышечную силу, максимальное здоровье. Действуют бессрочно. Бессрочно? То есть их надо съесть. Мы будем сильнее. Отлично. Вы увеличили максимальное здоровье. Ха-ха, как удобно. Окей, Монохром, большое спасибо за напоминание про фотографию. Действительно, так, наверное, будет приятнее мочить субстанции. Тогда сейчас придется сохраниться еще раз. Ну, где тут наша сохранявочка? А у вас тем временем 130... Очень плохо вижу на стриме, 136, кажется. Человек, ребятки, здравствуйте всем, кого не видел. С вами Зиг за Хедж, и мы играем в Resident Evil 7. День третий. Давайте сохранимся
Вот сюда. То. Привет, мистер Эри. А, кстати, вот же, где у меня был ящик-то. Что бы нам сюда скинуть? Шотган не надо нам сюда скидывать. А нам... Ну, ключ скелета могу, конечно, сюда скинуть. А это что такое? Вот я что-то не помню. Ключ от секционной нам понадобится. И боюсь, что больше-то ничего. Ну ладно, давайте сюда скинем ключ скелета. Это хотя бы еще одно место в инвентаре. Оно может нам для чего-нибудь понадобиться. Потом, если что, мы его знаем, где забрать. А не эти ли грибки у бабульки в голове? Субстанционные. Могут быть, могут быть. Ящик на сейве? Феофорот. Ящик. На сейве. Ящик на сейве. Я не вижу здесь ящик, который я могу сломать. Прости. Не вижу. А, нет, не взломал. У меня нету... А, я понял, о чем ты говоришь. Это по поводу вчерашнего стрима, по поводу ящика, который выдвижной. Да, взломал. Там какая-то фигня была. Привет, Зиги, привет, чатик, всем приятного вечера и удачно попугаться. Пересматривал сегодня гитарные стримы и понял, что давненько их не было. Темный эльф Чин-Чин, здравствуй. Ну, под настроение, я же говорил. Тигер, привет. Гостям привет. Удачно вам посидеть. Так. Тых-тых-тых-тых. Так, а у меня, наверное... Да, вот она. Давайте перезарядим. А то я полагаю, что перезаряжается она совсем не быстро. 4 патрона влезает в дробовик. Это хорошо. Так, давайте сначала включим пистолетик. При помощи пистолетика будем убивать первых, которые вот здесь. Кстати, наверное, знаете, что можно сделать? Я их могу убить и сохраниться. Или я это уже сделал вчера? Я не помню. Нет, учитывая, что здесь патроны лежат. Значит, этих я не убил. Убьем вот этих вот двух упырков. И будем делать сейф. Уи-уи-уи. Ауи! Ауи! О, уи! Ауи! О, кошмар какой! Ты умер, у тебя головка взлетела на воздух. Разорвалась к хренам, потому что ты плохая субстанция. И ты вторая субстанция. И ты опять тут обо что-то ударился очень больно. Бадыщ! Бадыщ! И бэдыщ! Ха-ха-ха-ха! Красота какая! Умрите, гады! Как я удачно прошел их обоих двух с трех ударов. Я думаю, что это все-таки хороший повод сохраниться. Пойдемте сохранимся. Какой ключ скелета? Что? Обычный ключ скелета. Скелетный ключ. Скорпионовый, господи, почему скелетный? Это не та хрень. Я заблудился. Здесь же должна быть дверь. Блин, вот она. Кто закрыл мою дверь? Мне есть сейвилка. Да, скорпион такой костлявый, согласен. Не знаю, почему у меня в голове ключ скелета. Уж извините. О, мистер Evil Cookie, макарошки кушает. Приятного аппетита, ты отличную игру выбрал. Для того, чтобы покушать. Так. Окей, этих двух упырков там теперь уже быть не должно. Там должны быть другие упырки. Ну, если здесь так вот не читерить сейвами, я вообще-то не знаю, о чем здесь, что делать. Флеймер, всем привет! Да, мне только вчера я говорил, что за меня не сняли деньги на подписку, и сегодня мне приходит смс, что Twitch снял с меня 5 баксов из-за программы поддержки Зига и Корвина. Я был уверен, что я подписался 24 ноября. Флеймер, чин-чин, большое спасибо за ресап. Ну, бывает. Ах. И да, кстати, мистер Лукуки, приятного аппетита. Не используй соусы субстанции. Гадость, та еще. Да. Все, больше никто не вылезет. Двое было. Ничего не поменялось за ночь. Так, вот здесь сейчас слева будет такой. Опаньки, да? Давайте попробуем этого утихомирить при помощи пистолета, наверное, все-таки. Если получится. А вот следующих уже будем долбить при помощи дробовика. Перезарядиться бы не помешало. Все, что ли? Умерло. Умерло. Какая прелесть.
Скелетный ключ — это общее название таких типов ключей. Феофорот. Ну, в общем-то... Что это за звук? В общем-то, конечно, да. Но сейчас я хотел... не это имел в виду. Я сейчас имел в виду именно ключ Скорпиона. Я просто оговорился. Уи. Ауи. Ауи. Я обожаю этот дробовик. Ё-моё, третий-то откуда там? Тихо. Беги, Итан. Бери дробовик. На тебе. Все. Окей, три гильзы минус. Ну и фиг бы с ним, зато мы, кажется, тут всех уже размочили-то, да? Или еще есть? Давайте-ка сохранимся. Я специально даже дойду до сохранялки. Очень не хотелось бы... Учитывая, что вчера я на это потратил где-то часа полтора. Очень бы не хотелось снова этим заниматься. Так что выйдем и сохранимся. Мы никуда не спешим. Зиги доволен. Да! Зиги, ты такой милый, когда ты смеешься. Я знаю, доктор Вексер. А можно объяснить непосвященному, не смотревшему первый стрим, откуда тут неубиваемые люди и субстанции? Фанни Скелет. Мы пока сами этого не знаем. Тут был какой-то ураган. И после него, как я понимаю, вся эта хрень и началась. Чё там было за ураган? Что в нем? Я думаю, узнаем не скоро. Ну, в общем, да, это Resident Evil. Тут особенного объяснения-то можно и не ждать. Во всем виновата корпорация Umbrella, как мы знаем, да, из первых частей. А здесь, может быть, вовсе даже и не она. Привет, Док Мортимер. Там генератор из иммерсива, точно, мистер Ивакуки. Он самый. Дрын-дын-дын-дын-дын-дын-дын-дын. Так. Еще гильзы для дробовика. Я что-то слышу? Давайте возьмем дробовик. А то вдруг здесь какая-нибудь еще субстанция ходит. А мы ее так, опаньки, здравствуйте, я Зиг Зе Хедж. Или все? Похоже, что все. Три сильных субстанции здесь было у нас с вами. Так. Что это такое? Эпоксидочка. И эта дверь, которая ведет в секционную. Ну, ребятки, пришла пора. Где наш ключ? А там сейчас... А вдруг сейчас, вопреки канонам жанра, ничего страшного не будет? Раковина? Это что такое? Какая-то кнопка, я боюсь ее нажимать. Да, а, это шкафик. И там гильза для дробовика. Кстати, о дробовике. Надо же перезарядиться. Если посмотреть, то ножом их можно быстро и просто убивать. Руки отрезай, без рук они не могут драться нормально. Дайк Сизер, ну, наверное. Это что такое? О! Чим? Джек? Как ты здесь оказался? Кто? Ты о ком? Отдай мне вообще голову. Я тебе помогу? А ты мне отдашь лошадь? Джек, ну Джек, там же лошадь. Жопа ты, Джек, с ручкой. Как не стыдно. Я бы тебе даже помог, если бы ты нормально попросил, а не со своей шипастой хреновиной. Арк. Я вообще сейф хочу. Автосейф только что случился, кстати. Кстати, о сейвах. Так, у нас с вами была трава, мы можем себе сделать... А, у меня нету сильного эпоксида, да? Есть. Я только что взял траву, почему я не могу сделать аптечку? Я могу сделать аптечку. Отлично. Зачем я сделал такую аптечку? Ну ладно. Приседай. Зачем?
Ё-моё, как тут некультурно. Такое, о, морг. Хочу в морг. Такое ощущение, что мы с вами попали из вселенной Resident Evil в вселенную Silent Hill. Смотрите, тут все ржавое. Такое все поросшее, как будто горело. Вот, вот здесь был Джек. Тут висит труп. Труп может, кстати, ожить. И, скорее всего, он, кстати, это сделает, наверное. Потому что не просто же так он здесь висит. Больше я ничего взять отсюда не могу, да? И дверь открыть не могу. Дверь открыть могу. Это хорошо. Труп. Мистер Труп. А, это же полицейский. Это же наш визор-скелет. Окей. Давайте закроем за собой дверь. Не надо, чтобы здесь всякие полицейские скелеты и зомби ходили. Сейчас будет мочилово. С чего ты взял, эквилизарит? Или ты спойлеришь? Или ты сделал такой вывод из-за того, что я в морге? А в морге всегда мочилово. Зачем? Зачем мы бьем труп? Или этим трупом нужно куда-то ударить? Гениальная игрушка. Пришел Итан, попинал труп, ушел. Кстати, их тут много. Многотрупие. Ох ты. Ага. Третья голова. Да-да-да, здравствуй, Джек. Молодец. Зачем ты меня скинул в морг? Ох ты, ё, что, опять? А, вот, может быть, его надо пинать трупами? Нет? Не получится? Джека трупами не пинать? Ё-моё. Уйди. Джека трупом не испортишь, да? Больно тебе? Неприятно? Мы Джека трупом долбанули. И еще раз Джека трупом долбанули. И промахнулись по Джеку. А-а-а. Ё-моё. Какой ты непостоянный, Джек. Ё-моё, отстань от меня. Пошел прочь, кретино. Да ё-моё, отстань ты от меня. Вот. Ага, я в эту сторону тоже могу ходить, прикинь. Ну блин, я же в тебе выстрелил прямо в глаз. А тебе хоть бы хрен, ты даже не отшатнулся. Что с тобой надо делать? Может быть, нам надо куда-то все-таки добежать? Вот смотрите, здесь что-то есть. Мне недостаточно места в инвентаре. Так, ну это бесполезно, конечно. Че у меня в инвентаре здесь? Блин, и лечиться-то как-то рано. Че ж делать-то в таком случае? И, кстати, да, я сейчас, ребятки, вижу то, что здесь лежит ящик. Но, учитывая то, что у меня нету места в инвентаре, совершенно нет никакого смысла в том, чтобы мне этот ящик открывать. Но я полагаю, что мне все-таки нужно что-то взять вот с этого трупа. Ну, я даже не знаю, что, как поступить-то. Блин, горелый, Джек. Вот хоть бы что, а? Так, перезарядились, места в инвентаре не появилось, черт. Ух ты! Что это у тебя за штука? Что это такое? Что это за клешни? Вот ты, блин, он меня задел своими клешнями. И у меня все еще недостаточно места? Серьезно? Бензопила! Ага! Битва на бензопилах! Ей! Ага, я тебе отпилю кусочек головы, Джек! Да, твой маленький кусочек головы! Вот, у тебя голова разъехалась. Удерживайте правый и левый, чтобы сделать выпад. Какое мочилово прикольное, черт! У него что же есть бензопила? Какая прелесть, ё-моё. Эй-э-э.
Да, мне отлично, Джек. Мне очень нравится, только полечиться бы. Ну и... Какая красота, на самом деле, ребятки. Я больше, у меня больше не получается пилить Джека. Я хочу пилить Джека. Да это было больно, видать. Чё включить? Чёрт. У нас пила это заглохла. Ага, пила отглохла. Ну, Джек. Отлично, я могу блокироваться от бензопилы. Мальчики развлекаются. Мужские игры. У флешки женские игры, а у нас с Джеком мужские игры. А вот почему я так не могу? Я вообще не понимаю, я его хоть пилю? Я вообще хоть что-нибудь с ним делаю? Или я ни хрена не с ними делаю? И почему она желтеньким моргает? Ей плохо? Ой-ё. Да, вот тебе. Еще раз тебе по твоей бошечке Джековой бензопилу туда засунуть. И еще пилить. Ё-моё. Он зачем-то убрал колонну. Блин, это больно. Ему так удобней. Он-то знает эти колонны. Давайте тоже это полечимся. А то могут быть варианты. С трупами. Черт. Да ё-моё. Сколько раз его нужно отбензопилить? Черт. Ну я же... Бегу же. Раз, два, три, четыре. Может, я что-то еще здесь должен сделать? Вот, блин. Ну все, у меня закончились лечилки, кажется. Я больше нечем лечиться. Сейчас у меня съест. Ну как же так-то? Почему я его пилю? Точнее, а он не пилится. А, ух. Мы запилили Джека. Делаю выпад, обе клавиши нажимаю. Я это и пытался сделать, ребятки. Но мы все-таки его запилили. У меня нету жизней. У меня села бензопила. Я в морге. Но я счастлив. Пили не сверху вниз, а снизу вверх. Не принимай как совет. Вот. А теперь давайте будем ломать коробки с желтой изолентой. В чем я там, кстати, в инвентаре? Да, немножко места появилось. Свободного. Гильзы для дробовика. Отлично. Ну, я не думаю, что он останется мертвым. Я думаю, что он каким-то образом восстановится. Надеюсь, что это будет не очень скоро. Что хоть какое-то время мы здесь с вами походим. Что я там взял? А, аптечку, кстати. Давайте полечимся. Очень своевременно. И наверняка здесь где-нибудь еще какие-нибудь аптечки остались. Зи, знаком ли ты со следующими исполнителями, как относишься к творчеству? Imagine Dragons, The Pretty Reckless и Lindsey Stirling. Линдси. Джокер знаешь? Нет, наверное, не знаком.
Джек выпилен, точно. Джека запили. Так. И где отсюда выход? Это не дверь? Я же, по-моему, вот через это... А, нет. Меня отсюда Джек столкнул сверху. И как мне отсюда выйти? Я бы хотел выйти, сохраниться и сделать небольшой перерывчик-перекурчик. Джек. Точнее, то, что осталось от Джека. У тебя есть ключ какой-нибудь, что-нибудь? Ага. Бензопилой. Логично. Ей! Все, у нас с вами сломалась бензопила. Ну ладно, она сослужила хорошую службу. Жалко, я не могу взять Джекову бензопилу, она тоже была клевая. И она была похожа на большие кусачки. Ам-ам. Так, и где это мы с вами? У-у-у, смотрите, что нашел. Я могу себе сделать аптечку. Есть такое дело. Отлично, одна аптечка. Круто. И у меня есть третья голова. Означает то, что мы с вами можем вернуться в дом и открыть таки эту дверь. И надеюсь, что сейчас вот там та половина Джека, которая осталась, она прям-таки сразу здесь не оживет. И все нам с вами не попортит. Угу. Я здесь был. Мы здесь брали коня. Ну, голову. Почему коня? Не коня. Пойдем отсюда побыстрее. То вдруг здесь сейчас опять какие-нибудь субстанции понавылазят. Это же Resident Evil. Путь назад не может быть настолько же безопасным, как путь туда. Единственное, что у меня здесь так и не открылся воркшоп. Да, и мы с вами в остальных во всех местах были. Привет, Прототя. Чин-чин тебя. Бензопила режет металл. Да, это специальная бензопила по металлу. Или это, собственно, была деревянная... Деревянный засов. Все просто. Это же Resident Evil. Это же AAA игра. Какой нахрен реализм? Видел ли я Telltale? Название очень знакомое, мистер Вилкукин, но не могу вспомнить. По-моему, нет. По-моему, я про нее услышал и забыл успешно. Так, это был сейв. Да, ребятки, мы засейвились. И, кстати, как раз мы стримим 51 минуту. Отличное время для того, чтобы сделать небольшой перерывчик. И уйти на небольшой, так сказать, перекурчик. Так что, ребятки, не скучайте, очень скоро вернусь. Thank you.
Ребятки, я вернулся. Отменим перерывчик, и вот вам моя мордочка в кривохроме сегодняшней. Ну да ладно, что, продолжаем? Не-не-не-не-не, игра, не делай со мной такого. Не надо. Блин. Как? Вот как AAA проект умудряется по альт-табу так реагировать? Все, у меня опять это не полный экран. Я снова могу двигать свое окошко. Может быть, я могу его минимизить и максимизировать, не? А если я зайду в настройки и сделаю фуллскрин, не фуллскрин? Интерфейс, перекрестие, цвет, яркость, область экрана. Это видео, может быть, тогда? Во весь экран. Оконный режим без рамки. Давайте сделаем оконный режим без рамки. Вот. Починилось, ребятки. Зиг все починил. Ей. Продолжаем. Да, это моя мордочка. Зиг перед бензопилой деда. Мрак расчленял и сжигал тентакливых многочленов. Веселье, веселый у вас стрим. Док Мортимер, а ты думал? Так, окей. Сейв сделан. Бабуля, ты как сюда прикатилась? Привет. У меня есть... Ой, черт. Все-таки, видимо, теперь комп начинает перегружаться. Точнее, как это называется? Перегреваться. Ну давай, 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 прогружайся, прогружайся. Выгружай ненужное, загружай нужное. Нужное загружаем, ненужное выгружаем. Все очень просто. Бабуля поет. Привет, термин. Так, бабуля пусть поет, но у нас здесь с вами где-то был на карте. Надо посмотреть. Вот. Закрытая на вот эти вот головы дверь. И, кстати, что-то давно нам не звонила Зои. Иди сюда, башка. Собачья башка, дай пирожка. Открывайся, дверка. Да, ачивка. You ain't getting away. Ты не уйдешь. Ну, так. Помню Resident Evil, где сейчас будут какие-нибудь зомби-собаки. Не? Вебка тоже начинает тормозить, когда игра начинает тормозить. Логично, эта хрень под 100% прот сгрузит. Все четыре ядра. Травы. Порох. Даже еще немножко места в инвентаре есть. Не нравится мне этот шум. Ой, не нравится. А по карте мы с вами вышли во двор. У-у-у, какая у нас здоровая карта. Окей. Что мы здесь должны найти? У-у-у, с Рождеством. Что это такое? Унитаз. В унитазе голова от манекена. Отличная инсталляция, ребятки. Вы молодцы. У вас замечательный ландшафтный дизайнер. Пищевые добавки. Что это за хрень? Пищевые добавки влияют на нервную систему. Нельзя использовать сами по себе. Сначала надо сделать из таблеток препарат. А с чем мы их можем препаратить? Пищевые добавки плюс эпоксид, получаются психостимуляторы. Понятно. Нервно-паралитические боеприпасы для гранатомета. Гранатомет! Можно сюда нажать, можно сюда нажать. Не люблю я нажимать неизвестные кнопки в неизвестных играх. Зиги, не планируешь апгрейдить комп? Недавно взял себе 1050, все игры на ультрах. Фанни Скелет, денег надо найти. Мне сейчас как бы не до того, у меня ипотека. Можно небольшой спойлер по поводу этой бабуси? Нет, нельзя, эквилизерит. Бабуля из тех, кто любит побегать с костылем наперевес. Однозначно. Нет, не будем мы с вами пока нажимать эти кнопочки. Интересно, на карте это... Ага, отображается как закрытая дверь. Окей. Тут выход. А, так мы с вами вот сюда вот зашли. Заперто с другой стороны. Это же, собственно, тот самый двор. Мы с вами прошли через другую какую-то... Через другой вход. И кто дома ставит такие двери и замки? Реализм корчится в агонии, а логика бьется головой об стену. Дайкс Изер, однозначно. Я с тобой полностью согласен. Хотя, если бы я жил вот в таком доме, вдруг я бы себе поставил такой замок, кто меня знает. Так, пищевые добавки нам в итоге ничего хорошего не делают, насколько я помню. Они делают какие-то паралитические хрени, поэтому давайте их спросим сюда. Порох пусть будет, это все пусть будет, остальное все нам, видимо, нужно. Психостимуляторами я не пользуюсь. Что, опять пистолет? Сломанный пистолет. Зачем мне сломанный пистолет? У меня вроде есть не сломанный пистолет. Давайте скинем его сюда. Пусть лежит. Что у нас здесь с вами есть еще? Сейвилка!
И сейвилка у нас с вами вот здесь. Тихо, вот здесь. Зиги 3, а, ну да. Так, а что у нас, кстати, с вами по заданиям? Осмотрите двор. Логично. О, Зоя, ты мне должна сюда позвонить, точно. Ух ты. Ага. Смотрите, кто-то мне говорил, что монеты нужны для того, чтобы... Стероиды, бессрочное повышение максимального здоровья. Для того, чтобы открывать те самые клетки для птиц. Я полагаю, что вот эта стоимость. А сверху написано, что здесь? Стабилизатор. Перезарядка навсегда ускорена. Я бы лучше стероидов взял. В холодильнике нифигашеньки. Монетка еще одна есть. Четвертая. За 9 монет что-то можно взять. Сильная дача на большой наносимый удар. Это пистолетик. Пистолетик. И... О, и снова они добрая, милая семья. Им уже не спастись. Отлично. Ощущения в теле становятся все более странными. Скоро я стану совсем как мама и папа. Это все она виновата. Может сбежать? Нет, не могу. Если она заметит, мне крышка. Женщина по имени Мия, которая была с ней, что-то знает. Будь у меня сыворотка, можно было бы исцелиться. Мне нужно узнать больше. Ага, то есть от этого все-таки, похоже, можно каким-то образом когда-то, видимо, исцелиться. Так, тут должна быть кассета. Это не видеокассета. Я знаю, что это не видеокассета. Тут есть видак. Нам бы с вами, соответственно, здесь найти какую-нибудь кассетку. И я, наверное, хочу за 3 монетки себе купить стероидов. Как работают эти сейлки с точки зрения реализма. Да. Так. Монетку хочу 2. Хочу 3. 3 монетки. Открываем вот эту клетку. 2. Тихо. 1. 0. Стероидики, идите ко мне. Да, у меня будет много здоровья. Бдыщ. Ништяк. Так. Окей. Давайте сделаем еще один сейв. Секунду. Секунду, секунду, секунду. Здесь что-то было. Вопрос, содержащий спойлер. Жена или Зоя? Фанни Скеллет. А зачем? Оу. Лифчик. Ребятки, смотрите, какой лифчик. Окей. Фанни Скеллет, зачем спойлер? Объясни мне. Какой в этом смысл? Я полагаю, что ты хочешь получить пермобан у меня на канале, да? Ты как бы не подумай то, что я посмотрю на то, что ты сабскрайбер. Конечно, мне будет крайне печально тебя потерять. Но тем не менее. Зоя? Да! Прикинь. Я весь внимание. Да, это я понял. Мия уже точно ничего не может. Окей. Я думаю, Джеку уже ничего не поможет. If I knew where one was, I'd already be long gone. Mm-hmm. But I have a feeling my mother has hidden some inside the house somewhere. Margarita. So if we get this thing, I can help Mia and we can get out of here? Right. And so can I. The old house is near the water. You can't miss it. Alright. I just hope you can handle my mother. Be careful. They'll be looking for you. Если нарекай на стероиды, то не встанет. Ничего, доктор Вексер. Это же не я, это Итан. Мне на него пофигу. Так, окей. Это у нас с вами был маленький вагончик, где есть сейвилка. Здесь закрытая дверь. Вот здесь открытое место. И похоже, что все. Пойдемте в сторону открытого места. Надо бы, наверное, что-нибудь один, чтобы посерьезнее в руки взять. А то, конечно, ножичек — это вещь хорошая. Но в некоторых случаях нифига не полезная. Я иду правильно. Мы с вами оттуда же пришли сюда. Единственное, что теперь наступила ночь. Неужели все это произошло за один день? Бедный Итан. Тут снова... Ага!
Вот сюда убегала Мия. Мы это видели с вами на кассете. И здесь совершенно точно, значит, будет ходить Маргарет. Надеюсь, куколки все еще не живые. Ага. Коробочки. И гильзы. А вторая коробка пустая, пустая что ли, вообще? Нафиг я ее разбивал. Тут какая-то боча. Большая муха, смотрите, какая! Блин, а нафига она теперь летает? Уйди, муха. Что это такое? Я убил муху. Блин, а их тут до хрена. Давайте бить мух. 8 февраля 1802 года, отлично. Это, блин, дата производства этой мухи, что ли? Что это, черт? Лучше тебя смотреть, чем папича. Кого? Я не знаю, кто это. Так, тут какая-то гадость. А тут какая-то дверь. Пока неизвестно, открытая или не открытая. Какой интересный... А, мы вот отсюда вошли. Окей. Хотя бы... ты хотя бы не такой тупой, а то папич жесть какой тупой. А, Пауэлл, нахуй. Ну, люди разные. Что сегодня с Хромой? Я просто начало пропустил, возможно, ты говорил. Темный эльф говорил. Пока не стемнело, у меня проблемы с освещением, поэтому, соответственно, она начинает рябить иногда. Сейчас окончательно стемнеет, и будет нормально. Хотя, я полагаю, к тому моменту... Твердое топливо. К тому моменту мы уже стримить-то закончим. Зачем нужно твердое топливо? Горит сильным пламенем, его нельзя использовать само по себе. Окей, это ингредиент для чего-то. Крафтить, крафтить, фу, какая мерзость. Видимо, отсюда и лезут эти самые мухи. Что это? Что это? Что это? Кто это? Черт. Что это за хренотня? Понятно. Я полагаю, что так с мухами разбираться смысла нет, да? Окей. Значит, здесь, наверное, как раз нужно что-нибудь такое, что горит. Закрывайся, дверь. Почему ты не закрываешься, черт тебя дери? Похоже на чертеж какого-то огнемета. Понятно. У нас задание не обновилось. Поищите сыворотку в старом доме. Откуда здесь сыворотка? Узнал, как идет стрим у Зига. Зашел в Steam, увидел то, что Зиг играет в Resident Evil 7. Зашел в Twitch, и да, Зиг стримит. No Swore. Отлично. Минут через 30 стемнеет. Ну да, наверное. Ну как раз где-то минут через 30 мы и закончим. Ну ладно, может быть, не через 30, попозже же. Маленько. Да, я могу сжечь все к чертям. Она наверху. Не надо туда идти. А, ё-моё. Я полагаю, что мне сначала нужно сделать чертов огнемет. Прежде чем я вообще либо куда-либо смогу пойти. Так, наверх нам не советуют идти, и это написано на стене. Полагаю, что это нам могла оставить Мия, когда убегала, да? Возможно. Из пистолета по ним. О, да. Kill it with fire. Вот мне тоже кажется. Привет, Дейзи. Чё-чё? Я тоже Зига в Стиме искал и нашел, а он играет. Да. Ну и куда мне-то идти, простите? Что, мне падать вот в это вот? А я не могу сюда упасть. Что самое интересное. Итан не хочет прыгать в воду. И как же в таком случае быть-то? Сюда я не могу. Эти наверняка хрени не разбиваются. На улице мы все видели. Здесь куча открытых дверей. И для того, чтобы пройти дальше, мне нужно пройти через этих дурацких мух. Что 8 февраля 1802 года? Где это написано? О чем ты вообще? Я не вижу этой надписи. Черт. Привет, Иван Нуб ТВ. Ну да, пропустил кое-что. Пропустил адское мочилово с Джеком.
Пошли вон. Может быть, мне надо убить их улей? Хотя я не уверен, что это хорошая идея. И они назад возвращаются, смотрите. Есть, понятно, тут что. Много ульев, и мне сейчас придет хана. Полечимся. Не, ну я реально здесь не могу пройти. То есть надо делать что-то другое. Черт. Поищите сыворотку. Но если я ни сюда не могу, ни вот туда не могу, куда я вообще могу? Это на картине написано на стене. Окей. Может быть, тут я что-нибудь пропустил все-таки? Может быть, куда-нибудь... Ё-моё, здесь можно? Сюда вот, допустим. Фу. Шли вон. Так. Тут еще какая-то дверь. Угу. Новое помещение. Шкафик. Твердое топливо. Еще одно. Ну, нам совершенно точно нужно сделать огнемет. Че я там взял? Патроны? Наверное. Что это? Что это? Что это? Что это за гадость? Фу, мерзость. Что там у нас со здоровьем? Средненько. И у меня закончились лечилки, да? Какая прелесть. Это печально. Ну, ё-моё. Вот так вот открываешь дверь, а на тебя тут хренак мухи. Более того, они вылетели. И мне, похоже, хана. Я буду сожжен мухами. В лучших традициях непонятно чего. Эй. Дверь, открывайся. Что-то бурлит. Тоже какая-то муха летает, смотрите. Одна. Не рой. Что у нас в коробочке? В коробочке у нас отмычка. Ё-моё. Муха. Чёртова муха. Я тут занят, между прочим. Вот тебе. Психостимуляторы. Ну, это мне не сильно поможет. Мне бы лучше что-нибудь аптечное. Ремкомплект нашел? Нет, диаблистик не нашел. Что это такое? Сюда нужно что-то запихнуть. Я понимаю, что это нельзя здесь использовать. Это, видимо, механизм для того, чтобы опустить мост. На карте, кстати, он как-нибудь обозначился? Никак он не обозначился на карте. Какая прелесть. Может ли это значить то, что для того, чтобы эту штуку открыть, у нас с вами, в принципе, здесь все есть? Ну и если там нету, то оно где-то рядом. Что это такое? Носик горелки. Ну, мы явно... О! Так, мне бы еще эпоксидку. Нам явно совершенно нужно будет делать этот гранатомет. Чему нас учит эта игра? Самая важная часть тела — руки. Кусают какие-то жуки, не давая им кусать руки. Распилили живот бензопилой, полили чилки на руки. Совершенно верно. Ты спать пойдешь, доктор Вексер? Ну, тогда тебе чин-чин, приятных снов. Ой, птиц закрыл, открыл кирпичный заводик. Когда кошка зашла во время комара. Окей. Вот, убили еще одного. И больше здесь нету ни хренашеньки, да? Мне казалось, где-то в доме я видел что-то похожее на баночку. Не баночку. Но я даже близко не помню, где это было. Так, кстати, да, здесь у нас с вами все. Туда мы с вами пока не можем. То есть что, остается только возвращаться вот в этот вот ужасный дом с этими ужасными комарами и мухами. Вон они там летают. Они меня сейчас съедят, реально. Может быть, от них просто бежать и отмахиваться? Так, эта дверь открыта. И вот там вот дверь, которую мы с вами еще не открывали. Ё-моё. Какие злобные комары. Они разбивают стекла.
Слепни целые. Шершни чертовы. Да ё-моё. Как мне в тебя попасть-то? Так, один готов. Второй готов. Ей. Карта старого дома. Это старый дом. Мы с вами в старом доме. Старый дом. Тебе сказать, где комплект по ремонту оружия? Не надо. Граната, огнемет. Точно, огнемет, прости, Прайда. С детства учили мыть руки, а то всякую заразу можно подхватить. Вот. Да, и у меня, собственно, инвентарь забит. Ага, тут нужно будет собирать паука. Картина под названием «Ядовитый хищник». На ней изображена бабочка, попавшаяся в паутину. То есть нам снова с вами где-то придется сейчас искать деревянную хреньку для того, чтобы из нее сделать красиво, да? А, так нет, погодите, мы же это делали за Мию, когда играли за Мию, точно. Во! Вот она. Мы это видели, когда играли за Мию. И у меня все тут нафиг закончилось. Все заряжено. Черт. Что бы мне выкинуть-то? Твердое топливо и порох можно, по идее, было бы выкинуть. И психостимуляторы. Но для этого надо дойти до сундука. А, сундук у нас с вами вот здесь. И сейвилка там же. А как мне туда попасть? Очень просто мне туда попасть. Вот так. Сундук. Ей, сундучка. Очень вовремя. Привет, человек с ником Игрок. Игрок навсегда, наверное. У тебя очень странный салатовый ник, он очень тяжело читается. Порох скинем. Вот эти штуки скинем. Это у нас что такое? Психостимуляторы тоже скинем. Остальное, наверное, можно оставить. Отмычка тоже пусть пока будет. У тебя хромакей немного ребит, думаю, исправишь. Лошарик, уже 10-й раз отвечаю на этот вопрос. Сейчас потемнеет, он перестанет ребить. Психостимуляторы, зачем мне их кушать? Ghost of the Wind. Я просто буду лучше видеть. О, смотрите. Хреновенка. Уйди, хреновенка. Я не знаю, зачем я их разбиваю, если честно. Сейвилка. Надо сделать сейф. Сейф это полезная вещь. И рюкзачок. It's a bag. Ачивка. У нас с вами расширился инвентарь. Как хорошо-то. Как радостно-то. Мы с вами сохранились, расширили себе инвентарь. Только вот лечилки теперь еще бы найти. И все было бы зашибись. Давайте возьмем вот эту вот хрень. Рукоять горелки. Рукоять горелки. Почему-то занимает один место, один слот в инвентаре. Нужно с чем-то скомбинировать. Понятно, комбинировать это, видимо, придется руками. Окей. Комбинировать с носиком. И что у нас с вами получилось? Горелка. Огнемет, изготовленный в кустарных условиях из утиля. Утиля. Для его работы требуется топливо. А топливо я только что оставил в сундуке. Возвращаемся. Ребятки, спам с смайликами запрещен. Не надо так делать. Твердое топливо. Сохранится еще раз? Ну, давайте сохранимся еще раз. Почему нет? Учитывая, сколько у меня жизней, идея совсем неплохая. Так, это мы с вами были вот здесь. Теперь можно идти и, видимо, 150. Окей. Тихо, тихо, тихо. Не трать. Ты что тут поджигаешь горелку свою? Команды поджигать горелку не было. Шкафик. Я тебя почему-то не открывал. Хотя в тебе все равно нифига нету. Стой открытый. Ой, кисонька. И. Прелестно. Зиги любят кисонек. Так. Где там наши мухи? Сожгу вас всех нах. Мухи. Нате. Так, мухи сдохли. Мне, правда, совсем плохо стало. Все сожгу. Ей. Спаунер. Я сжег их спаунер. Черт. Видимо, так будет. Не судьба.
Ты тоже спаунер, нет? На рост? А там куда-то тоннель. Ё-моё. И у меня скоро закончится топливо, что ли? А нет, у меня есть еще две таблетки. То есть я, наверное, в теории могу его перезарядить. О, ребятки, а не в этом ли мы вместе с вами вышли? Да, это та самая гостиная. Мы нашли короткий путь. И, видимо, теперь нам нужно вот туда. Окей. Это тоже старый дом? Подвал. Ну, естественно, в каждом старом доме, особенно в Resident Evil, должен быть подвал. Без него никак. Что топливо? О, монетка. Ей. Сим-сим, откройся. Что у нас здесь с вами? Что это за звуки? Да, это я. Не подходи ко мне. Я тебя сожгу нахрен. Вот. О, здорово, Лукас. Молодец, Лукас. Ты мне дал совет. Каменная статуэтка. Ага. Теперь пойдем туда строить паука. И единственное, что давайте сначала посмотрим, может быть, здесь где-нибудь что-нибудь еще есть интересное. Кстати, нам наша горелка немножко подсвечивает, кажется. Или у меня глюки. Майн надоел? Нет. Если бы вы, люди, следили за тем, что я пишу в ВК, вы бы, наверное, об этом знали. Если вы не следите, значит, вам пофигу. Так что мне тоже пофигу. Потому что делаю я это в первую очередь для себя, а если кому-то это... Что? Привет, Маргарет! Что ж ты меня пугаешь-то так? Фу-фу-фу-фу-фу! Черт! Блин, и мухи тут опять, мухи! Less is more. Меньше это больше. Ачивка. Я не могу перезарядиться. Все, меня съели. Я был съеден мухами. Сколько мне лет? 36. Черт. Привет, Вазема. Птицекрыл там даже посты делает. Да. На замену убитым... Черт, я не успел дочитать. Ага, это мы с вами попытались... Ага, вот здесь мы с вами. Туда еще, то есть, не ходили. Его нельзя использовать само по себе, черт. Мне нужно его объединить с пищевыми добавками. Нет, нет, погодите. Это гранатомет. Вот, зажигательные боеприпасы. Твердое топливо и сильный топливо. И эпоксид. Я не нашел ни одного эпоксида. Это же печально. Сейчас бы в 36 Майнкрафт играть. А что такого? Ребятки, если вы не понимаете, что в Майнкрафт можно играть не как это делают тупые имбецилы, то это не значит то, что Майнкрафт это плохая игра. Советую посмотреть записи моих стримов, если интересно. Зик, в игре траву хоть ешь. Я могу ее есть просто так, разве? Видимо, могу. Окей. Я ее сожрал. Но мне в любом случае надо теперь найти эти самые же. Как их называют? Боеприпасы. Эпоксидку. Так, справа у нас вылезает Маргарет, не пойдем туда. Здесь я не могу пройти, видимо, из-за того, что это надо зажарить, да? Зиг поджег дверь, точно. Ну. А вот так вот не получится их, интересно, замочить? По-моему, нет. Ну где мне эпоксидку-то брать? Ё-моё! Меня сейчас опять съедят. Черти полосатые.
главного героя, либо как варенье, либо как, ну, просто так, как его мухи так летят. Чижик ТВ, да. Вот и поехали, Зиг Старпер. Почему Зиг играет в Майн? Ну, почему всегда так-то? КЛМ, да если честно, мне как-то пофигу. Вот, серьезно. То есть, если у человека не хватает мозгов подумать, то, что человек может играть в то, что ему нравится, или то, что Майнкрафт это не игра для детей, несмотря на то, что в нее играют сплошные школы ло, это их проблемы. Относитесь ко всему проще, я же вам уже не один раз об этом говорил. Тут уже теперь ни хренашеньки нет. Так, блин, и где мне тогда в таком случае искать эпоксид? Теперь мне нужен эпоксид не только на... Блин, а ты что, везде? То есть, куда бы я ни вышел, везде Маргарет, да? Итан, 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 ну что ты, давай, давай, давай. Убирай всякую дрянь с рук. И теперь я, наверное, не могу уже открыть. Да, потому что есть долбанные пауки. И так у меня тоже ничего не получится, потому что у меня нету горелки. Ну как же так-то? Что ты ругаешься? Ага, а сюда я смог попасть. И тут что-то закрытое, и меня что-то ест. Мне казалось, я в этой комнате все убил. Зиг все убил. Уйдите, уйдите нахрен. Шли вон. Мушка. Вот тебе. Так, все-таки поджигалка немножко работает. Это хорошо. Что у нас здесь? На 4. Уйдите, уйдите. Уйдите, неверные. Бум тебя. Шлеп тебя. Куда ты делся? Вот, сам умер. Правильно. Маргарет! Да, 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 да. Я уже ушел. Уже бегу. Королева пауков, чертова. Или мух. Какая ты недружелюбная женщина, Маргарет. Порох. Недружелюбная женщина Марта. Фу, почему Марта? Маргарет. Марта как раз весьма дружелюбная, она просто весь чатик сжигает периодически. Есть такие, которые считают, что все игры для детей. Мол, чего ты играешь, не дитя же. Такие тоже есть, Холдбер. Ну, что такого-то? Прикинь, я подойду к своему дедушке, которому 70 лет, и скажу ему, что Go Mine PvP... А, ну так если ты ему так скажешь, то я тебе могу сразу сказать, что... Ты можешь любому человеку такое сказать, тебя любой пошлет куда-нибудь вот туда, на что примерно похож твой ник. Потому что, как я еще раз говорю, что если у человека в мозгах, извините, говно, вместо того, что там должно быть, то... То там не по пути. Основная аудитория игр рассчитана на взрослых, ибо дети не имеют заработка для оплаты развлечений. Лошарик, ну нет, не согласен. Игры в том числе покупают еще и для детей, те же самые родители. Да что ж такое-то? Без огнемет хреново. Что я могу сказать? Весьма причем. И непонятно, что делать. Напоминает мне соседку этажом ниже, она тоже такая же недружелюбная. Откроет дверь и орет в подъезд, что все пи и дебилы, и то, что она полицию вызовет. Так пусть вызовет, птицекрыл. Все проще. Девы и людям приятное. Дай им то, чего они хотят. Нет меня. Ё-моё! Чего хорошего? Ни хрена хорошего. У меня все мозги из-за тебя в мухах. Маргарет. Черт, я не вижу ни хрена. Терпение у тебя лопнуло. А почему, кстати, так темно? А, ты вот здесь дверь закрывала. Она все еще закрытая, да? Да, печаль, беда. Red Rebel, я не знаю, кто такой, но спасибо за автохост. О, а тут что-то есть, смотрите. Эпоксид! Эпоксидушка. Я даже пожертвовал аптечкой для того, чтобы себе сделать. Интересно, как он его будет заправлять.
Ага, просто прикрутит. Логично. Я встречал игроков Майн 60+. Ну, Феофарот. Бывает. Просто действительно почему-то сложился стереотип, что Майн игра для детей. И если это ванила, я с ними согласен. Это действительно игра для детей. Потому что там решительно нечего делать. Банально неинтересно. Привет, Crazy Run. Нет, я не играю в Oblivion. Как это здесь ничего нету для меня? Здесь все для меня, Маргарет. Полный мир открыт. Что это такое? Уйдите, шли прочь. У меня теперь есть на вас огнемет. Чертова муха. Вот, сама сдохла. Блин, горевый, да? Откуда тут эти мухи? Почему они в таком количестве? Почему они не заканчиваются? Я полагаю, что их действительно Маргарет просто сейчас там спаунит. Или все-таки вот эта хрень? Понятно, у вас здесь спаунер. У чертовых мух здесь спаунер. Я последний найденный эпоксид, между прочим, потратил на мух. И? Загорайся. Лопайся. Лопайтесь все. Так, окей. Мы пока еще почему-то живы. Надо найти еще эпоксид. Тут ничего. А, где я хоть? Галерея, там у нас с вами была сейвилка. Гостевая комната. А, нам нужно найти место, где этого самого же. Открыть помещение при помощи орла. Не орла, а как его зовут? Ё-моё, Маргарет! И у меня в этот же момент залагала игра! Отстань от меня, бешеная женщина! Дурная баба! Пошла прочь! Во! Я совершенно случайно нашел эту комнату. Вот эта штука, кажется, да? Так. Мы это сделали... руками Мии. Теперь давайте это сделаем руками Итана. Как-то вот так, только тебе надо повернуть, кажется, да? Еще надо повернуть. Ой, я слышу приятный звук. Птица Крыл, 128 рублей. Напивной оберег от дураков. Чин-чин, большое спасибо тебе, птичка. Маргарет не только их спавнит, она ими управляет. Да, очень может быть. Так, паучочек. 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 Угу. Так, вот теперь вот так вот, но повернуть тебя ровно на... Черт, я его перевернул вверх ногами. Я теперь паук вверх ногами. Еще вот так. Опять вверх ногами. Так, что ли? О! Ей! У меня получилось. Майнкрафт в некоторых странах установлен на школьных компьютерах для развития у детей логического мышления и ориентирования в пространстве. Также в некоторых высших видел для разработки строений и прокладки линий всех целевых снабжений типа водопровода и т.д. А я могу. Очень странно, если честно. Ну, да, я слышал то, что при помощи Майнкрафта пытаются чему-то учить, хотя, как по мне, то это бред. При помощи Майнкрафта нельзя научить ничему нормальному. Ну, ради бога. И снова у нас лаги. Ну давай, отлагивай. Вот, отличный вопрос. А для чего тогда родители? А, вот туда же мне, окей. Это Итан включил фонарик какой-то? Или это Маргарет там ему светит сзади? Да, согласен. Всякие гады. Фу, какая мерзость. Они теперь все за шиворотом. И в штанах. Бэ. Так. Окей. И? И спрашивается в таком случае, а нахрен... Ага. Вот нахрена. Выключил фонарик. Молодец, Итан. Умеешь обращаться с фонариком. 5 баллов. Где мы? Кто мы? Зачем мы? Мы в какой-то непонятной
на непонятной территории. А, мы здесь тоже, собственно... а я думал, это длинная гусеничка. Мы здесь тоже прятались, когда мы были в теле Мии. Давайте вот сюда вот сходим, поищем эпоксидику. Но если еще вот здесь игрушка тоже тормозить не будет, будет вообще отлично. Психостимуляторы. Как раз то, что мне нахрен не нужно. Ну, давайте хотя бы посмотрим, как они работают. Съедим. Ачивка. Open your eyes. Ух ты. Эпоксид. Ух ты. Рукоять. Для чего-то непонятно, правда, для чего пока. Так. Где там у нас с вами еще что есть, может быть? Нет? Больше нифигашеньки нету, да? Нифигашеньки больше нету. Мы с вами только нашли какую-то непонятную рукоятку. А, рукоятка нужна для того, чтобы... О, смотрите, муха. Для того, чтобы открыть эту... Как же это называлось там? Мостик. Мы с вами там проходили, там чего-то не хватало. Вот, видимо, для этого это и нужно. Так. Муха. Я тебя съем. Я на тебя встану. Я на тебя наступлю. Вот, умри. Отличненько. Так, ну давайте тогда сходим наверх, а потом вернемся. Белые облачка, я слепой. Почему? Я что-то еще пропустил, ты хочешь сказать, Прайда? Я ж, по-моему, там больше ничего не пропустил. Бежал трое, все завелись. Да господи! Сзади в кишке было что-то на стеллаже. Монохром. Окей. Ну, кстати, вот здесь вот я вижу что-то. Сейчас, секунду. Еще один эпоксид. Это хорошо. И окей, давай вернемся в кишку и посмотрим, что там было на стеллаже. И на полке внизу. Ну, давай пойдем в кишку. Окей. А, да, действительно, большое облачко. Как-то я его не заметил. Болванчик. Дофига я их, кстати, убиваю, вот вопрос. Ну, здесь реально больше ничего нету. Я больше не... я больше здесь облачков не вижу. Есть дальше. Конкретно здесь больше не наблюдаю ничего. Ну, реально. Таки. Так, у нас есть два эпоксида. Травы, кстати, нет, потому что я ее сожрал. Черт. Ну давайте хотя бы сделаем себе еще одну эту. Вот такую вещь. Да, здесь у меня нет травы. Это печаль. Так, а это дверь с птицей. Я полагаю, что для того, чтобы ее открыть, мне нужен ключ с птицей. У меня нет ключа с птицей. Поэтому придется вернуться к Маргарет. Судя по всему. Что это было? Травы. Ей! Травы это, ребятки, знаете что? Это аптечка. И думаю, что самое время ей воспользоваться. Болванчики могут обратиться в профсоюз по поводу того, что Зик устроил их локальный геноцид. Могут. Док Мортимер, могут. Как я сюда попал? Я же как-то сюда попал. А, я вспомнил, как я сюда попал. Я пролез через вот эту хрень. То есть назад надо думать, нам с вами придется лезть так же. Я бы, кстати, сохранился бы, не помешало, мне кажется. Я был бы не против. Трубы какие пластиковые, смотрите, модные. Дом-то на самом деле неплохой совсем. Так, вон, там есть сейф. Пойдемте засейвимся. Побежим, я бы даже сказал. Потому что вроде сейчас у нас с вами все лучше, чем было до того момента, как я засейвывался в прошлый раз. Но, тем не менее, на всякий случай, будем с вами сейвиться в следующий слот. Как я это делаю обычно. Могу ответить на вопрос, зачем убивать болванчиков, но оно тебе совсем не пригодится, если ты не собираешься проходить игру два раза. Окей. Могу ли я убить Маргарет? Нет, не могу.
Зачем ты лазаешь по тоннелю? У тебя ведь есть рукоятка. Мог бы мост поднять. Так сейчас как раз я это собираюсь сделать, Ляписик. Единственное, что до моста еще надо дойти. Мост у нас с вами где-то вот здесь. То есть направо-налево, ладно. Как-нибудь разберемся. Там еще наверняка где-нибудь Маргарет ходит. Бешеная. Да ё-моё. Умрите. Мухи. Так, до конца, еще до конца. Направо-налево. Маргарет. Фу-фу-фу-фу-фу, Маргарет. Фу-фу-фу-фу-фу-фу. Да и фиг с тобой. Я очень рад за то, что ты любишь мух. Но мне как-то все равно. Где мухи? Пойдемте опускать мост. И параллельно попробуем убить этих назойливых мух. Все, все. Рукоятка. Крути, Итан, крути. В жопу к Джеку? Нет, я не хочу лезть в жопу к Джеку целиком. Даже не целиком не хочу. Аптечка, ей. А что же здесь-то такое у нас, а? Сундулька. А в сундульке ключ с вороной, ей. А тут топливо для горелки. И кнопка смыва унитаза, которая почему-то не работает. Я очень хочу спустить воду. Монетка, ей. Так. У нас с вами все есть. У нас с вами есть все необходимое. Пойдемте открывать двери с воронами. На этой локации у нас с вами есть, по крайней мере, одна. И она вот здесь. И у нас с вами двери с воронами, по-моему, были еще в главном доме. Здесь не с воронами, здесь с непонятно чем. Или это ворон так выглядит? Нет, по-моему, ворона выглядит по-другому. Да, это ворона. Вот, видите? А там запасы. Скорее всего, нас там ждет какой-нибудь большой невкусный моб. Мост поднимать из воды. Это же тяжелее в плане физики прикладывать сил, чем опускать. Ну, Дайк Сизер, ну что поделаешь. Ну, так бывает. Так бывает. Так, направо. Да, я здесь, Маргарет. Ну, я не очень, ё-моё, рад тебя видеть. Давайте обойдем ее, что ли. Чего ты мне там можешь показать? Ничего ты мне не можешь показать. Ты вообще какая-то странная, заторможенная. И вообще, кью. До конца, здесь направо. И еще раз сохраниться. Потому что я люблю сохраняться. Сиги любит сохраняться. Вот у меня на самом деле тоже возникает ощущение, то, что Маргарет слепая. Хотя, возможно, они все-таки настолько сильно прониклись тем, что у них есть дар, что им теперь на все пофигу. Их что нельзя убить? Пойду засуну вас в планшетик, пишет нам Фанни Скелет. А я обновлю чатик, потому что у меня, по-моему, повис стрим. А я, когда не вижу себя, я начинаю пугаться. Вам же не надо, чтобы я пугался. Играя в хоррор. О, ужас. Час 44. А у меня повис, когда там было 56 минут. Вот я думаю, что-то не то. Ползи, Итан, ползи. Давайте сейчас дойдем до двери с вороной. Я устрою еще небольшой перерывчик. Перекурчик. И после этого мы с вами, я думаю, еще где-нибудь полчасика постримим. Как вам такой план? Кстати, как раз стемнело, поэтому, по идее, вебка должна была нормализоваться. Я тоже хочу такой кассетик, тоже хочу сохраняться, где попало. Птица крыл, да, я бы тоже был бы не против, честно тебе скажу. И? Куда ты полез? Нет, 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 Итан, назад, назад. Вылезай оттуда, нечего там тебе делать. Ты там уже был и все видел. Так. Окейюшки. Делаем паузу. Делаем... Вот так.
И не скучайте, через пару минут вернусь, ребятки. И, ребятки, я вернутый, всем, кого не видел. Здравствуйте. С вами Six the Hedge, и это третий стрим по Resident Evil 7 части. Тихо. Какой повторить попытку? Все окей же. Ты что? Да что ж ты, зачем ты? Женщина! И? Мы все-таки провалимся, да? И совсем провалимся. И? Нам вернут управление сегодня, нет? Что ты хочешь сделать? Мне кажется, надо отсюда выбираться. Да ладно, я тут как бы немножко могу огнеметом поработать, конечно. Уйдите. Но мне кажется, надо все-таки лезть. Хотя... Понятно, она меня будет отсюда сбрасывать. Мы что, должны ее параллельно чем-нибудь от это самое? Отпугивать, так сказать? Ага, тебе тоже не нравится огонь, да? А давай я тебя дробовиком немножко угощу. Хочешь дробовик, Маргарет? Тебе же нравятся дробовики. Вот черт. Мне не очень нравится то, что она меня
заваливает своими мухами. Лечилка. Нет, мне это точно не понравится. Может тебя еще раз долбануть? Во! Привет! Скучала? Хочешь, я тебя поджарю? Да, твой свет. Ты пока лежи, а я пока тут это... Пожалуй, свалю отсюда. А то как-то некультурно. Что есть написано? Зоя, ты снова попыталась пробраться на второй этаж, да? Что думала, не замечу, даже после того, что стало с Эвелиной, ты все болтаешь о каком-то непонятном лекарстве. И что ты собираешься сделать с моим алтарем? Держи-ка свои вороватые руки от него подальше. Никто не смеет прикасаться к святому алтарю. Да. Думаешь, твой отец и я дурни? Конечно. Избалованное убогое дитя. Лучше бы ты не появлялась на свет. Ты такое ничтожество. Смотришь на нас сверху вниз и хочешь сбежать из дома. И это после того всего того, что мы для тебя сделали. Ничтожество, ничтожество, ничтожество. Если ты хоть раз дотронешься до моего алтаря, я отрежу тебе грудь и зажарю ее на обед. Какая милая мамочка. Хочет отрезать грудь. Ключик с вороной. И мы где-то. Алтарь. Ага. А что в коробочке? Что? Что значит цель обнаружена? Цель захвачена. Какая цель? Эй. Что это такое? А касательно сыворотки серии... Следующие предметы позволяют синтезировать сыворотку. Серия D. Черепной нерв и периферический нерв. Кажется, все. Что все? Я нашел рецепт, окей, и... Это, конечно, клево. А давайте закроем алтарь и... Ага, не успели. Зоя? Рецепт. A D-series head and an arm. This can't be right. A head? I think I have that around here somewhere. У Зои есть голова. I don't know about the arm, though. Have you searched the whole... У меня есть рука. Она периодически отваливается. I still need to check the second floor here. All right. Check it out. Meet me at the trailer if you find it. К автоприцепу? Хорошо. Окей. Собственно, это у нас, видимо, и есть проход на второй этаж, да? Давайте возьмем пистолетик. С огнеметом как-то не очень комфортно. Кукла Вуду? Окей. 11 октября. У меня весь день звенит в ушах. Не могу засунуть, господи. Не могу засунуть с тех пор, как появилась маленькая девочка. У меня просто не получается больше ничего никуда засунуть. Заснуть. Как говорит Зоя, эта девочка странная. И женщина, которая с ней пришла, тоже. 15 октября. Мне чудится и слышится всякое. Меня все время тошнит. Я пошла в город к врачу, и там мне сделали рентген. Что со мной происходит? 23 октября. Девочка мне кое-что подарила. Неизвестное октября. Я положила подарок в тайную комнату в задней части второго этажа, где его никто не найдет. Эта рука — признак доверия девочки ко мне. Эта рука приведет нас к счастью. А если кто-то захочет испортить это счастье, то я его просто убью. Эвана как? Отвар на основе эмбриона. Вкусно и питательно, а главное полезно. Да, Фаня. У, ящичек. Аптечка. Очень своевременно. Я поднялся здесь? Нет? Зиг заблудился. Вот, собственно, и рука. Ящичек. Монетка. Ей. Что это такое? Здесь нужно, видимо, что-то тяжелое привесить. Для того, чтобы это... чтобы поднять весы. И тогда что-то произойдет. Возможно, откроется какая-нибудь дверь. Возможно, вот это. У меня нету ничего тяжелого. Что же делать? Зараженная комната. Что же в таком случае здесь еще надо сделать?
Привет всем, кто приходит, ребятки. У вас 173 человека. Так. Угу. Маргарет, ты там как? Живая? А, она куда-то улезла. Смотрите, и забрала с собой фонарик. Может быть, нам проследовать за ней? Мы можем проследовать за ней? Я бы, хотя, если честно, не стал. Но, учитывая то, что здесь есть... Ух ты! Она мега-паучок! Женщина-паучок. Женщина-таракашка. Да ладно, новенькая, это Маргарет. Ты что, ее не узнал? Как насчет мамочки? Она что-то говорила про твой свет. Может быть, лампа? Может быть. Закончить? Джокер, ты с ума сошел? Это AAA проект. Я думаю, что еще стримов 5, наверное, будет. Или около того. Фонарь у мамаши отжать? Ну вот, не знаю. Попробуем. Состоялся релиз хоррора Хаск. Ничего о нем не слышу, птиц. Честно. Очень странно сделали подгрузку территорий. Я понял просто, что это за тормоза. Это момент, когда начинается подгрузка. Надо мне себе памяти что ли расширить. Черт. Да, Джонни. Я с тобой полностью согласен. Оптимизация здесь, я бы даже сказал, странно. Мало денег за игру просят. Надо было просить 3000. Арк. Так. Ну, вроде прогрузилось. А, нет, я уже думал, здесь все затянулось нахрен. Нет, не затянулось. И мы с вами... Ага, за этой самой закрытой дверью. Ой, а тут еще какой-то дурацкий дом. Ладно. Что это? Ценная фотография, еще одна. Туалет и рядом полотенчик. Окей. А у нас она с вами осталась в инвентаре. Хорошо. Не понял, а почему у нас эта ручка... Разные устройства. То есть она нам еще понадобится, может? Окей. Или все-таки я должен был сначала эту ручку привесить куда-нибудь к тому фонарю? Зубочистки у нас с вами нет. Ну, в смысле, отмычки. Разделитель. Можно комбинировать с предметами, чтобы отделить от них эпоксид. Тогда их снова можно будет использовать отдельно. А, то есть можно, условно, наверное, вытащить эпоксид там из патронов, из аптечки, да? Окей. Андрей Калистер, PvP, большое спасибо, сабскрайб при помощи Twitch Prime. Чин-чин, большое спасибо за поддержку, добро пожаловать на борт. Так, еще одно твердое топливо. У меня тут уже места совсем нету ни для чего. Вообще нету ни для чего места больше. Блин, а тут и травы. А вот аптечка бы мне не повредила. Парочка. Что ж делать? Что делать? Блин. Надо бы сюда как-нибудь вернуться, что ли? Угу. Тут какой-то странный символ. Который означает... Запертый ящик. Видимо. Окей, по нему будем ориентироваться. Большой открытый бесшовный дом в игре за 2К сделать не судьба. Зачем делать подгруженные зоны? Funny Skelet, вот, вот, об этом, собственно, и говорим. Ух ты, смотрите. Там какие-то звуки. Но мне не очень хочется туда идти, вот, если честно. Мне бы сохраниться. Может быть, пойдемте сохранимся, заодно скинем всякую дрянь в сундуки. Хотя сейчас опять будут подгрузки бесконечные. Давайте сходим еще вот к тому домику. Вдруг мне там дадут сейвилку и какой-нибудь сундук. Ну давай, давай, блин, здесь подгрузки здесь тоже есть.
Сходить в вагончик сохраниться — тоже хорошая идея. Учитывая то, что у нас здесь с вами открылся путь в этот самый вагончик. И, кстати, сундук, по-моему, тоже был в вагончике. Арг. Тормозякало. О! Унитаз. Здесь, правда, рядом нет полотенчиков. А я думал, это как раз то место, где у нас с вами можно найти секретик. Так, сначала сундулька. Сундулька. Лови монетки. 5 штук у нас с вами есть. Лови, наверное, вот эту вот фотографию ценную. И у нас с вами есть ключ со скорпионом. Нет, я думаю, этот ключ мы с вами пока должны поносить с собой некоторое время. Разделитель, я думаю, тоже мы с вами сюда засунем. Но зато вместо этого я отсюда заберу психостимулятор. Мне понравилось, как он работает, только не 3. Мне нужен 1. Вот. И сделаем сейф. Сейф мы с вами делаем вот сюда. Да даже, да, нет, господи. Сейчас залез в ВК и вижу, что у тебя звуковуха сдохла. В чем прикол? Звук не изменился. Funny Skillet, у меня микрофон работает через USB. Через звуковуху у меня работали наушники. И вот, собственно, для меня звук изменился в самих наушниках. Печаль именно в этом заключается. Что я в туалете взял? Патроны? Тьфу, от чего? Для 44 маг. Нет, не нужны они мне. А почему у этих гребаных засранцев повсюду унитазы? Они просто засранцы, прайдочка, ты совершенно верно сказала. Они просто очень любят ходить в туалет. И для того, чтобы каждый раз не искать унитаз, они их понатыкали везде. Все весьма логично, как мне кажется. А, погодите-ка. Погодите-ка, погодите-ка. А вот не у этого ли унитаза рядом была? Да. Это же он. Или это как раз то, что здесь было изображено? Видимо. Окей. Всего-навсего патроны. 3 штуки. Так, хорошо. Ну ладно. Пойдемте в таком случае на очень опасную миссию. Снова куда-то в подвал. Что патроник со встроенной звуковухой? У меня микрофон Yeti Blue. Blue Yeti. А наушники у меня Sennheiser. А звуковуха у меня была Asus. Сбежали из ликонитов. Точно, КЛМ. Однозначно. Прыга. Так. Что у нас здесь с вами есть? Я хотел съесть стимуляторы. Вдруг найдем что-нибудь вкусное. Хотя, похоже, ни хрена мы вкусного здесь не найдем. Там где-то вот что-то очень далеко все есть. Какая-то дырка опять. У, коробонька. Патроны для пистолетика нам с вами дали. Отлично. Отличный лут. Наушники хорошие, да. Но дело в том, что у них импенденс 48 Ом. А моя встроенная звуковуха такого не поддерживает, к сожалению. Поэтому звук у меня теперь, ну, не сказать, что прям-таки совсем, конечно, говно, но был лучше. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Фу-фу-фу-фу-фу, это же та самая дверь. Кстати, интересно, не могу ли я эту дверь сжечь? Давайте попробуем. И теперь я ее могу открыть и взять гильзы для дробовика и сильный боксит. То есть получается, что эту дверь я тоже так же могу открыть. Ё-моё, так я же Ленина спасти мог, как в том анекдоте, да? И мы с вами, отлично, вернулись назад. Там какая-то шкура тупая стримит. Кто? Корвин меня нет, не зовет. Корвин дрыхнет.
Рассинхрона, ребятки, нет. Просто обновите стрим, страничку, если у кого-то он есть. Я второй раз на это не поведусь. Лесенка. Каменная. Блин. В Майнкрафт захотелось поиграть. Сделать такой домик. Черт возьми. Что это? Кто это? Какие у тебя длинные руки? Я же просил. Вот. Пистолетик, допустим. Маргарита, вы очень странная дама. Из вас, кажется, черви высыпались. Черви. Верните, пожалуйста, их себе. Вам же, наверное, без них грустно и плохо. Печаль какая. О. А там тоже что-то лежит. Где ты? Ё-моё. Какие же у нее длинные руки. И она умеет прыгать. Ну, давай-давай, Итан, прицеливайся. Совсем длинные руки. А так и будет интересно меня? Ё-моё. Чёрт, она научилась атаковать нас. Только я хотел было сказать, как хорошо, что она сама не атакует. Что это такое? Во-первых, где я, блин? Я нифига не вижу. Маргарита, уйди. Уйди, пожалуйста, нафиг. Я даже из-за тебя себя полью. Черт. Я не понял. Я совсем не понял. Она странная. Она нереально странная. Черт. Она нас, кажется, сейчас завалит. И причем в этот раз она нас завалит в плохом смысле. Я не хотел бы, чтобы меня завалила такая женщина. Ну? Я тебе всю бошку продырявил. Паучок чертов. И патроны все на тебя слил. И мне бы выйти теперь отсюда. И у меня нет аптечки. Я ее должен смочь сделать? Нет? У меня нету травы? Совсем печаль, беда. Давайте перезарядимся хотя бы. Пока идем. Ну, F. Пройти дальше мешают ворота. Круто! Спасибо большое за объяснение. Я-то думал, что мне мешает пройти дальше. Оказывается, блин, ворота. Я сам-то не видел. Ты, видимо, как Джек, да? Тебя, видимо, тоже надо тупо, черт, отвлекать. И у тебя руки более длинные. Заперто с другой стороны. Так. Идем наверх. Хотя, похоже, нам сейчас, конечно, придет хана. Все к тому идет. Патрончики. Это же женщина. Промеж ног целься. Это мужикам надо промеж ног целиться, ребятки. Если ей я буду целиться промеж ног, боюсь, ей еще и понравится. Смотрите, у нее панталоны были. Она такое ощущение, что бухая. Уйди. Отстань. Прыг. Так. Все-таки нам по-любому вот сюда. А вот дальше вопрос, куда? Да. Как, я тебя понимаю. Вот сюда можешь спрыгнуть? Вот сюда можешь спрыгнуть? Ну, тут маленькая... Ух, тут эпоксид. Черт, она за мной спрыгнула. Вот я же знал, что здесь будет какая-нибудь лажа. Вот я же сюда не хотел ходить. Пистолетные патроны. Это гуд. Ё-моё. Беги, Итан, беги.
В улей на пузе. Ага. В улей на пузе. Может быть, ты прав. Вариант. Попробуем ее немножко пострелять в ее улей. Ну что ты там, мебель рушишь, эй? И у меня все дико затормозило. Что, больно? Она снова превратилась в паучка. Да, спасибо за подсказку, что-то я не обратил внимания на ее улей. Ни хрена себе она спрыгнула. По-моему, ей стало еще лучше. Тут трава, я не могу ее взять. Мне бы сейчас аптечку какую-нибудь мощную. Черт, патроны еще остались. Ну перезарядись, а. Да заряди два патрона-то. Где ты, баба? Вон она ползает. Попробуй сжечь ее огнем, а потом стрелять в пузо. Окей, давайте попробуем сжечь пузо. Черт, у меня не заряжен мой... Фу. Ты давно душ принимала, женщина? У тебя там уже все в мухами поросло. Ну где ты? Кстати, у меня же освободилось место для травы. Это эпоксид. Эпоксид у меня уже есть. Мне бы траву бы найти бы, чтобы полечиться маленько. Где мы можем найти траву? Я же ее где-то здесь находил. Где ты? Где ты? Где ты? Где ты? Ё-моё! Ну вот чёрт. Опять она на меня спрыгнула сверху. Арк! Ладно. Еще разик. Угу. То есть здесь мы с вами все начали правильно. Надо действительно спрыгнуть вот сюда. Здесь мы, по-моему, с вами ничего не нашли. Стиральная машина здесь стоит везде. Кроме того, что я сжег каких-то там пауков. Топливо для горелки. Пауков мы с вами сожгли. И взяли там патроны. Дверь заперта с другой стороны. Сверху живет Маргарет. Вот, я вот эту дверь еще открывал. Давайте откроем эту дверь. Черт, 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 черт. Не спешить, Зиги, не спешить. Надо, чтобы все пауки из дыри ушли. Че они не горят? Вот, прогорели. Потому что здесь мы с вами, кажется, что-то находили интересное. Нет? Не находили? Просто так сюда шли, да? Блин, это что, еще один выход, что ли? Это еще один выход. Вот там зато была комнатка. Вот это вот. В которой мы с вами тоже не находили решительно ни хрена. А, вот, точно. Я вот это вот жёг. Отлично. И здесь мы брали гильзы и сильный эпоксид. Сильный эпоксид у нас с вами есть два. Сколько там в горелке? Вот, горелку перезаряжаем. Но у меня еще осталось немножко. Черт. Что там нужно сделать-то? Найдите ингредиенты сыворотки. Найдите руку на втором этаже старого дома. Откройте дверь на втором этаже старого дома. И одолейте Маргариту и извлечь у нее фонарь. Все-таки. Ой, Надюша, я вспоминаю, как ты стримишь. Ты тоже не помнишь то, что сказала 2 минуты назад. Муахаха. Ха-ха-ха. Хо-хо-хо. Вот. Зиг вредный. Вот там еще есть какая-то дверь. Почему я в прошлый раз не попробовал ее открыть? Интересно мне знать. Наверное, потому что это вот эта дверь. Пройти дальше мешают ворота. Да, точно, я помню, я здесь тоже прятался от Маргариты, и меня очень смутила эта надпись. Зиг, баллон смени, а то во время боя опять будешь без топлива.
Сменил. Да. Ну давайте все-таки пистолетиком-то в нее постреляем. Не хочешь огнемет тратить. Залезай назад. Червей забери. Мы это уже проходили. Так, она, по-моему, так сделает еще раз. Блин, она отсюда же вылезла. Вылезай ты уже. Вылезай, говорю. Вот, молодец. Так, теперь вы предлагаете мне ее пузо поджарить, да? Давайте попробуем. Жареное пузо! Ё-моё. Так, главное не выходить на открытую территорию. Чтобы она где-нибудь спрыгнула в другом месте, желательно. А не на меня. Маргарита! Вот там где-то цопает, а? Ладно, попробуем. Ну? И где же мы? А, вон они где мы. Куда ты упала? Ты очень низко упала. Господи. По лестнице ползешь, да? Я тебя жду. Мамочка, иди ко мне. Иди к папочке, мамочка. Ну и где ты? Господи, какие страшные звуки. Я ее не вижу. Топливо до горелки у меня еще и одно есть. Отлично. Эй. Ты зачем мне здесь напускала мух? Убери мух. Не хочу мух. Ну? Ну где ты? Вот она ты. Отличненько. Она ходит и светится. Точнее, как ходит. Если это можно назвать, ходит. Эй! Черт. Больно! Турында. Да блин, горелый. Какая она прыгучая, однако. И очень больно, между прочим, прыгает. Я тебе жопу подпалю. Ну, хватит лазать по стенам. Хорошо. Каким образом ее снимать со стен, предлагаете? Я не могу ей стрелять в брюхо, когда она на стене. Ё-моё, я упал. Немножко. Унитазик, наш любимый унитазик. Муа-ха-ха-ха-ха-ха. Это не ее фонарик, интересно? Видимо, нет. Теперь стреляй из дробовика. Хорошо. Давайте стрелять из дробовика. А вот теперь, судя по звукам, прайдочка, она туалет нашла. Только если бы я еще знал, где. Тетя. Тетя Маргарита. Это вот зачем мне здесь твоя муха? Предлагаю ее дробашом, а потом сжечь. Ну черт! Блин, у меня дробовик не заряжен. Она все-таки меня сожрала.
Да, рожает. Ладно, ребятки, знаете, мы с вами стримим 2 часа 20 минут, и, пожалуй, я устал. Так что, наверное, в этот раз мы с вами сделаем выйти. И уже вернемся к нашей замечательной Маргарет на следующем стриме. Потому что, как я уже, да, говорил, что устал. Я, если я устаю, я начинаю тупить. Если я начинаю тупить, вы начинаете беситься. Это неправильно. Большое спасибо всем, кто сегодня подписался. Раз, два, три. Или переподписался. Большое спасибо всем, кто был сегодня на моем стриме. Большое спасибо всем, кто сегодня задонатил. Ребятки, с вами был Зиг Захарш. Я надеюсь, что вам понравилось. Увидимся в следующий раз. До новых встреч. Как обычно, счастливо, ребятки!